Доброе утро, мои дорогие. Расцветает все. Просто. Пион уже большой вылез. Черный там заливается. Красота. Красненькие распустились. А тут у нас прям как снегопад. Сливы уже облетают цветочки. Ничего. А персик-то как цветет, девчонки. Ой. Сейчас покажу. Пасмурно сегодня. Но тепло. Я так люблю, когда персик цветет. А я дни считаю. Через 9 дней приедут мои мормончане. Весело будет у нас. Ну вот такая у нас погода. 17 градусов. Здорово. Представляете, сколько осыпалось со сливы? Сугробы. Все падают и падают. Листочки и цветочки. Так, а я еду на почту сейчас. Вот. Видите, сколько намело. Падают и падают. Вот, а мне надо сейчас на почту посылки отправлять. Одела кофту, а чувствую, что жарко будет. Ну ладно, посмотрим. Привет, мои хорошие. Ой, одела кофту, но чувствую, что упарюсь сейчас. Прям уже жарко. Ну ладно. Возвращаться не люблю. Руслана, а на Украину отправляют из Крыма? Да. Ну ладно, будем. Ну ладно, будем искать через кого-нибудь передать. Ладно. Вот так, мои дорогие, из Крыма на Украину не отправляют посылки. Ну ладно, будем искать другие какие-то возможности, через кого-то передать. Вот. Я сегодня отправила в Беларусь и в Самару две посылки. А остальное мне кто отчество не написал, кто чего.
Пишите адреса. Я завтра опять поеду отправлять. Жарко. Вот ветер дует. Сильный довольно-таки. Но все равно прям жарко чего-то. Вообще странно. Что-то у меня столько заказов на Алиэкспрессе. Ничего еще нету. Ну ладно, подождем. Как же они красиво цветут, эти деревья. Прям невозможно мимо пройти. Ну, тут еще что-то цветет. Люди в сапогах еще. А я сегодня, представляете, забыла, в чем дома ходила, в том и уехала. Ой. Кто раздетый, кто в куртке, кто в сапогах осенних. Люблю такую весну. Не вот эту, вот как в Мурманске у нас. Вот это, знаете, когда начинает снег таять. И вот эти все собачьи какашки. Грязище, вот это все. Я люблю уже, когда вот так. Уже траву косили. Я прям на запах пошла. Прям... Пахнет свежескошенной травой. Красота. Такая зелень еще не пыльная, не сгоревшая. Вот это прям красота. И вот лежит около магазина наша ряба. Да? И вон еще один на хлебнике. Вон еще один. Вон их. Прям тут живут около этого магазина. Вот. Тоже и вон там тоже. Кот валяется.
довольны на солнышке. Хорошо тебе. Тепло. Так что у меня сегодня получилось видео про цветочки. Конечно. Да, он какой. Он как. О. Всякая скотинка теплу радуется, да? Да, мой хороший? Такие приятные весенние хлопоты. Деревья мажут. Птички как поют. Я их уже снимала. Вон их еще больше стало. И одуванчики, смотрите, между всеми плитами. Желтенькие уже отцвели. Ну все, сейчас схожу в путь и домой поеду. Так, интересно, Толик тут или нету? Позвоню. Ну что, приехала я домой. Так, как у меня зовут-то? Так, Татьяна Николаевна Карповец. Раз не отправляют посылки из Крыма на Украину, значит, давайте будем какой-то выход другой искать. Может быть, передать кому-то. Или... Вон, тюльпаны как раз это самое. Или, может быть, кто-то летом приедет, если вы сами не приедете. И передать как-то. Давайте будем решать этот вопрос. Напишите мне ВКонтакте. Может быть, у вас кто есть знакомые или родственники по Крыму или по России где-то. Я отправлю им тогда. Может, вы сами приедете. Ну, в общем, надо решать этот вопрос. А остальным, девочки, всем отправлю. Always alone when the tide is low.